Друзья, здравствуйте! Рад вас приветствовать на своем канале. Тут копался в семейном видео, в семейных всяких съемках. Кстати, очень хорошо снимал, хотя не был еще блогером. Но в 2019 году мы с Таней, с Юрой поехали на рыбалку. Яна тогда на работе была. И очень так хорошо поймали тугунка. Рыбалочка зачетная была. Ну, вот сейчас хочу вам это все дело показать. Друзья, приятного просмотра. Приступим. Юра, Таня, куда везете? Куда мы едем? Почему без Тани? Ой, почему без Яны? Без Яны? Без Яны почему? Яне сейчас хоть заглянем. Мы вообще не знаем, где Яна. Яна на заправке работает, как всегда. Самый неподходящий момент. Глаза ей посмотрим. Так, ну чё. Приезжаем на заправочку. Дизеля полный бак, пожалуйста. Здрасте. Нальете солярочки нам, а? Тагунков мне привезете, говорю? Конечно. Конечно. Не, я полный. А, даже надо было на рыбалку. Кого? Меня почему не берешь, говорю? Брат, ты че вообще? Ну, ты не попала. Специально собрался, когда я на работе, да? Высчитывал. Мы так совпадаем, получается. Ну ладно, Лена Владимировна. Давай. Работайте. Все, давай, счастливо. Работайте, братья. Вы заедете, когда будете обратно ехать? Хорошо. Конечно. Конечно. Нет, мы мимо проскочим. Мы заедем, рыбки привезем. Ну вот давай. Давай. Так, вот пошла нормальная дорога теперь. Такая замечательная дорога. Ага. Денется, да? Ну да, из колеи-то. Вот мы спускаемся на вельми. Навилюй. О, какое солнце замечательное. Не красное. Ну конечно, вот после здесь... дождей, естественно. А, не, я вот эту смотрю. А. Теперь мы на пески приехали. Вот же. Почему перекидом называется? Да, это вот он, перекид переброс. Высоковольтной линии. У нас такой. Обычно здесь наливайку делают. Да, здесь останавливаются, остаграмиться, так как это ворота из Нюрбы, да. А с той стороны, возле Кюндяди такая же тема есть. Ну-ну-ну, да-да. Ну, лишь бы был повод. Лишь бы был повод, абсолютно верно. Гламур закончился. Переходим на автоматические... На механические, то есть. Оп. Вот и все. Вот и все дела. Начали еще, когда тугунка-то толком не было, да? Да, в начале, в самом первом, да. Тем более мы там заметили место, если вот палку там не вырвали, откуда начинать, мы точно знаем сейчас. Ну. Так, здесь где-то... Ну, вот же дорога. О, по песку. Палка в этом. Вот тут, вот, прямо в реке. Чего там мы... Вообще тут как-то... Это зацеп, да? Нет, палка, или отметка?
такого в следующий раз так делаю. О, все, поворачиваем, не поворачиваем. Что-то тут, по-моему, у тебя есть лопата копать? Да. Да мы застрянем тут, блин. Не как, а я. ПТСПО. А я не застреваю. ПТСПО. Так, ну что? Вон она. Вон она. Я что-то, ну что вообще? Вот, вижу. Ага. Палка в воде. Ну-ну, все вижу. Увидел. Оттуда и будем рыбачить, да? Да. Прикольно. Вот я остановился, да? Туда что-то не знаю. Нормально вроде. Все? Причалили? Юра, ты просто красавчик. Да, народ подъезжает, ага. Вон там фары. Там. Потом у нас вон машина стоит. Короче, все тугунка хотят. Покажи-ка. Бретельки, все как надо. Не, я завязал с бретельками, хватит. А, ты без бретелек? Россия самая лучшая. А, ну и так стоит, да? А, это эти, китайцы падают, да? Да, да. Слабый какой-то. Рыбой пахнет? Огурцом пахнет, Сергей, да? Все, значит, будет рыба. Рыба будет. Ну, начнем. Гоняют, рубачить. Да, ну, точно, вот, как будто дождь. Вон уже, вон, прям как дождь. Вот. Давай, Юрец, пошли. Быстро пошли. Ну, вот это. Там и будь. Там и стой. Чуть-чуть не за руку возьми. Ага. Счастливые люди. Один в один. Счастливые люди. Поморы. Есть там что, нет? Вот в чем вопрос. Сейчас. Есть. Вот, вот она, смотри. Ага. Покрыл вас, смотри. Вон, есть, ага. Рыбка есть. Вот он, тугуночек. Ну, хорошо, очень хороший тугунок. Лещики, да. Да. Ой. Замечательный тугунок. Прямо просто, ага. Красота. Ну, сравни с такими. Маленькие, это большая. Да. Но будут съедаться все. И те, и эти. Вот эти вот щуки за этими рыбками охотились. Вот они. Ну, это травянки, да? Хотя это нет. Не нет, не травянка. Травянка до такого даже не дорастает. А вот это? Это тоже нет. Тоже щуки. Это тугунок, ребята. Елец. Это елец. Это тугунок. Нет, ну я имею в виду.
что он здесь. Вот он. Видите, вот такая корзиночка. Где-то здесь будет литра, наверное, полтора. Два. Да, где-то так. Тут вот уже так. Почти литр. Угу. Вот, и серебро пошло. Он невкусный будет, ты его весь вымыла. Нет, это из чешуи. Да, вот чистое все. Должна такая чистая. Чешуи. Чистая. Чистая, без чешуи. Да. Главное, желчь не выйдет. Красота. Да. Нет, все нормально. Один все равно мимо. Бам. Пиндяйская соль. Ага. На второй раз уже можно кушать будет, да? Хлеба никто не взял, да? Конечно. Без хлеба? А без мы же хлеба. Рядышком, если бы мы далеко поехали, конечно, взяли. А, ну и что, второй заход. Женщины, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот так, уже меня обогнало. Говорят, слабый пол, да? Оба! Красивая полоска. Брак, а красиво. Это что ли не видно? Все просто. Здесь что-нибудь, люди. Новый, я даже не знаю, где его... кнопка нащупать его. Резко, а что, бывало такое? Вот один, второй. Ну, есть, но совсем маловато. Ну, врёшь, не может этого быть. О, есть. Ну, этот раз без щук обошлось, да? Во. Этот раз с плотвой. Потому что это... Мы сейчас протягом. А, есть. Черная выбежала, да? Кошкам будет. Черной много, ага. Че, ладно. Ну ничего. Ну, давайте ничего. Перебирать. А? Не 20. Ай-яй-яй. Каким пиндец. Хочу кушать. Смотри, сигов нет. Практически. Там один сигов. Так, ладно. Как раз вообще чисто было, да? Ага. Ни сигов, ни мусора почти. Ай, как хочется попробовать. Чуть-чуть еще.
Выстрел? Не пойман. Еще выстрел? Выстрел? Еще выстрел. Вон, под конерой. Дураки, а? А, да ты че? И вот. Да, жалко. Жалко утку. И детенышей. Это же третья, да? Третья. Поехали. Ее шатает, не скажу, что устала. Это чтобы я не сказал. Давай, поехали домой. Давай. Ну ты подожди меня чуть. Жду. Поехали. Зеркало заднего вида на плечо. Это здесь плохой переход такой. Ну ладно, рядом место держи. А видно что ли? Видно. Так, не разводим. Каждый свое потащил. Рядышком тащил. Камера хорошая. В прошлом году купил, в 18-м. А? Ниже опусти. В 18-м году куплено. Ну уже темно там. Бревнину словили, представляете? Палку словили какую-то. Ой, тугуночек есть, ага. Есть. Есть. Ну тяжело идет. Ага. Мелко же там. Вот она палка, смотрю, вот у меня палка. Ой, блин, бля. Конечно, мне тяжело. Я и думаю, что мне так тяжело нести. Ну, хорошо. Замечательно. Замечательный улов. Практически сорной нету. Ну, этот, где? Щуки тоже нету. Щуки нету. Не доверяет. Ты спидал, говорит, вытащишь. Сильно вычешешь, да? Сейчас русская отламывается такая рыба. Сейчас скажешь, на рассказываешь. Красота. А я хабар, да? Хабар? Хабар. Тщательное, чтобы чешуи-то не было. Мы пока поспим. Да. Давай. Ельчиков нету? Нет. Нормально выбор. Когда начинается темнота, а сырная рыба пропадает. Коряги тоже пропадают. Ой, красота. Блин. Опа. Побольше, побольше. Так. Вот так. Примерно. И чпок. До кучи. Лосолка. Янка сейчас кайфанет на работе. У нас еще в крыльях столько. Я что, не выбрал. Раунд четвертый. Так, ну уже темно, ё-моё. Вчера бы сейчас поймать, а? Вчера? Вчера.
Блин, классно было бы. Уже время его, пора. Я его 1 августа ловил. В прошлом, в 18 году? В 15-м. Видно. Ну, такие замечательные. Слушай, брата поищу. Все уже. Ян Владимировна, юрец решил последнюю сделать тонь и все. Крайнюю. Крайнюю, да. Никогда не говорю последнюю. Это точно. И все. Ну ничего, словили тебе покушать. Все нормально. Давай. Самый любимый момент. Да. Рыбалки. Ой, как здорово. Которая уже есть, да? Ну да. Фактически. Да. Прям замечательно. Вкуснотища. Тань, чё ж ты хлеб не взяла-то, ё-моё. Еще Янка не взяла, наверняка. Не, у Янки есть на заправке по-любому хлеб. Кушать взяла, наверное, с собой. Ну да. Финальный заезд. Заплыв. Да? Не надо так говорить. Почему? Ну, на сегодня это финальный, блин. Ну, Таня, как всегда, короче. Ну, ладно. Здесь глубина плюс галечник. Сейчас посмотрим, как это сыграет. Бывает густо, бывает пусто. Ну, вон маркер есть один уже. И эти тоже поблескивают, вижу. Ох ты, ох ты. Переливаются как, а? Есть. Есть. Вон. Вот, есть. Что-то тяжело идет. Банка, что-то перечит. Вон у тебя отстоят. Обгоняй. Не, я говорю, мне так тяжело идет. Опять банка, что ли? Да, скорее всего. Ну, это уже самая на выходе, на такая нищенская. Я ее и несла тяжело. Угу. Весь земляд. Может, землю посыпать. Ужас. Ага, вон аж тянется. Зерпнули. Ух ты. Я и думал, что так тяжело. Ууу, сколько дегрязь. Я и щуку зацепили. Ё-моё. Это не травянки, настоящие щуки. Натуральные щуки. Недоросли. Клёво. Ой, прям красота. Красота красивая. Это они хотели сожрать тугунка нашего, короче говоря. Юрка, это тугунок такой, да? Да. Это не сик. Нет. Именно тугунок, тугунок, да? Вот они. Тугунок. Смотри, вот они идут. Вот эти с собой тугунки. Видишь, ну, похожи. Конфигурация видна. Да, видно живот. Они все вот три. Голова не наклоненная. Смотри, какая большая. Вот три размера.
Самец еще? Самка еще толще. Обалдеть, да? Побольше. Ё-моё. Вот это да. Сейчас. Мы их будем есть. Вот тоже нифиговые. Ну, тоже большие, крупные. А, вот, вот сижок, да? И цвет другой сразу. Цвет, это цвет сик. Цвет сразу бросается. Голова с наклоном. Ну, все правильно. Зеленоватый отлив. Ну, пока он молодой. Это сижок. Но его можно туда закидывать, да? Он как, да. Как тугунок скушается, да? Да? Нет, я отдельно сушу. Я его отдельно подсолю. Досолю. Конечно, ты же его не отпустишь, он же как копыта-то сразу. Тоже все. Да, клево. Ё-моё. Ой, монстр. Тугунок. Вон. Так, сейчас будем есть. Уже сколько можно. Вот это или этот. Елец. По свету даже видно. Да, можно там с нижнюю, если белый этот. Молодец. Глаз белый. Глаз белый, то уже можно. Все, давай. Кушаем. Угу. На. Это сик? Ой, нет, почему сик? Сик? Тугунок, я тебе что, подкину сига, что ли? Еще поцелуй, наверное. Нет? Нет. Нет. Что-то мало. Живоглоты. Я маленькую возьму. Вот. Маленькую, да крупную возьми. Я крупную не люблю кушать. Глаз белый? Все, где можно там есть. Где там? Оп, чайком. Оп. Да, отлично. Вкуснятина. Это чайком. Чайком. И там попробуем. Да, с икрой. Красота. Очень вкусно. Ну нормально. Все, это точно крайняя, да? Да, Тань. 200. Любой результат. Да. Хоть 10 литров. Я тебе говорю, у нас соли нету. А, да? Я веревку перевернул. Не надо торопиться, когда так делаешь. Я не могу. Если на соль по-любому лучше О, слышно? Слышно, но не видно, да? Но не видно пока. А, нет, я вот что вижу, вижу. Вижу, есть, есть. Да? А, сейчас еще одну. Шучу. Олег сейчас духом упадет. Не, да, что, нормально. Не, хватит. Хватит, конечно. Что? Ну, устали уже. Юрий, в этот раз вообще не очень. Ниже, 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 ниже. Еще под финалочку еще где-то литр добыли. Оп. Тоже ельцы. Что там? Ельцы попадают. Да, да. О, нормально. Давай добавочку. Все. Как раз. И домой. О, нормально. Спасибо. Конечно.
что много не будет? Ну, блин. Нормально, это что? Там и раз. Размазнить не надо? Сейчас. Мало солонки. До Янки закинем ей. Пусть радуется человек. Ну что, я погнал, вы к машине. Так, что воду пьем? Пьем и заливаем. Все, поехали. Понеслись. Так, где Нюрба, а, Олесь? Нюрба в той стороне. Точно? Туда. Поврали. АЗС-ка. Ян, давай тару. Привет. Давай тару. А? Ну, миску. Мисочку или тарелочку? А как? Ловится вообще жестко. Словилась. Завтра еще едем, да? Держи. Еще свежак. Следующий день тяжело уже. Опа. Через день можно. А как? Ага, это как это, объединение. Смотри, подожди-ка, сейчас. И бам! Видели? Больше не увидите. Да. Нет аппетита. Все, давай. Давай. Спокойно пьешь. Че, как? Нормально? Да давай. Вообще отлично, ага. А где были? Здесь рядом. Нефтебаз. Ладно, давай, спокойной ночи. Все, мы поехали. Вот такая вот рыбалка в 2019 году была. Замечательная. Спасибо огромное за просмотр. До скорых встреч. Никогда не болейте. До свидания.